Добрый день, уважаемые друзья, единомышленники, те, кто занимается гостеприимством, имеет, например, свой гостевой дом и занимается размещением в местах временного препровождения, или кто имеет свою ферму и предлагает гостям поучаствовать в уходе за животным, да, всякие трогательные зоопарки, или накорми корову, или вспаши 10 соток. А тем, кто занимается услугами общественного питания, кормит людей, или кто предлагает гостям товары местного производства, местные продукты питания, сметанку, яички, хлебушек из печи и так далее, да? Или, например, кто занимается организацией быта и досуга. Мы продолжаем, я надеюсь, будем и впредь обучать всех вас, желающих, отдельным навыкам, компетенциям предпринимательства на селе, помогаем рассчитать точку безубыточности вашего хозяйства, исходя из количества туристов, там, в сельском хозяйстве приплода, привеса, да, прироста, в индустрии гостеприимства и проживания, количество койко-мест, в общественном питании количество средних чеков и стоимость там, среднего чека на общественное питание. Помогаем рассчитать финансово-экономическую модель, прогноз вашего бизнеса. То есть сколько нужно, например, гостей, чтобы. Да? Какие услуги проката надо ввести, например, какого-то снаряжения, да, допустим, туристического. Сколько должно стоить и так далее, и так далее. Всем вот этим вопросам мы учим в нашей образовательной программе. Милости просим всех. Для тех, кто смотрит этот ролик в YouTube, можно кликнуть под этим видео на ссылку. Она приведет вам к описанию образовательной программы и возможности записаться на какой-то модуль. А тем, кто смотрит в Инстаграме, надо будет перейти на главную страницу аккаунта, там сайт Решение Верной РФ, и в одной из новостей, они выложены на главной странице, ссылка на программу обучения. Удачи вам в вашем деле, будем рады быть вам полезными. До свидания.